цветная бумага. Так, а что с ней делают? Не знаю. В первом классе Витя Меделевский обязательно узнает, что можно сделать из цветной бумаги. 1 сентября он идет в школу в первый раз. Еще 5 его братьев и сестер получили подарки к началу нового учебного года из рук зауральского сенатора Олега Пантелеева. Мы должны всем обществом, все вместе оказывать помощь, поддерживать, потому что на самом деле это наши общие дети. И мы всей страной, все вместе должны нести за них ответственность. 5 многодетных семей уже обращались за помощью в региональную приемную председателя правительства России Дмитрия Медведева. Собрать одного ребенка к школе не так уж и просто, а тем более, когда их 6. В этот раз ребята получили полный набор канцелярских товаров. 3-й год нам помогают канцтоварами. Портфель нам в прошлом году первокласснику подарили. Мы очень довольны, что нам помогают. Подсказали нам в службе семьи, что тут такую помощь оказывают. Марина Богатырева, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».